Начищенные до блеска сапоги, безупречная осанка. Рота почетного караула у главного входа в госрезиденцию Ала-Арчи встречает высокопоставленных гостей – послов. Вновь назначенные дипломаты прибывают по важной задаче – вручить президенту верительные грамоты. Первым прибыл посол Индии. Встреча с президентом длится недолго, но за короткое время аудиенции стороны успевают обсудить многое. Самое главное – очертить план дальнейшей работы. Несмотря на большое расстояние между Индией и Кыргызстаном, страны гораздо ближе к друг другу, чем может показаться с первого взгляда. Добрые и надежные отношения сложились у Кыргызстана и Индии давно, 30 лет назад. Они простираются на все сферы – и образование, и противостояние изменению климата, и здравоохранение. Кыргызстан делает упор на привлечение прямых инвестиций из Индии. Такие отрасли, как энергетика, перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство, медицина и туризм. Индия поддерживает традиционные, теплые и дружеские отношения с Кыргызстаном, которые, благодаря взаимопониманию и поддержке со стороны руководства обеих наших стран, приобрели динамику за последние годы. Активное взаимодействие между нашими народами заложило основу для стратегического партнерства. Растет двусторонний товарооборот между Индией и Кыргызстаном. В текущем году по состоянию на сентябрь двусторонний товарооборот составил 93,3 миллионов долларов. Экспорт Индии в Кыргызстан 84,3 миллиона, а импорт из Кыргызстана в Индию 9,6 миллионов долларов. За плечами у Кыргызстана и Японии уже несколько крупных совместных проектов. Они из сферы образования, улучшения инфраструктуры и доступа к чистой питьевой воде. Кыргызстан рассматривает Японию как близкого и главного партнера, а между народами установлены тесные дружеские связи. Президент отметил имеющийся нереализованный потенциал в торгово-экономической сфере, который необходимо расширять. Уже 30 лет, как между нашими странами установлены дипломатические отношения. Мы хотим верить, что наша страна действительно оказывает ощутимую финансовую и социальную помощь Кыргызстану. Также хочется верить, что такие дружеские отношения будут продолжаться и развиваться. Давно вместе Кыргызстан и с Европейским Союзом. Сотни реализованных проектов, десятки внедренных программ в сфере судебной правовой реформы. В прошлом году ЕС принял новую многолетнюю индикативную программу сотрудничества с Кыргызской Республикой на 2021-2027 год. Приоритет управления сосредоточен на продвижении и укреплении верховенства закона, надлежащего управления и цифровой трансформации. Бюджет программы на ближайшие 4 года – 62 миллиона евро. ЕС предоставит финансирование в размере 62 миллионов евро в виде грантов для двустороннего взаимодействия и продвижения общих интересов в следующих областях. Первое – управление и цифровизация. Второе – человеческое развитие. Третье – зеленая и климатически устойчивая экономика. Приоритет управления сосредоточен на продвижении и укреплении верховенства закона, надлежащего управления и цифровой трансформации. Во-вторых, развитие человеческого потенциала поддерживает инклюзивную и качественную систему образования, улучшая навыки работы с цифровыми технологиями, СМИ и зелеными технологиями, продвигая гендерное равенство и права человека. В-третьих, приоритет зеленой и устойчивой к изменению климата и экономики включает в себя продвижение эффективного и комплексного управления водными ресурсами и стимулирование развития зеленого бизнеса. Сегодня президент принял верительные грамоты также от послов Черногории, Молдовы, Португалии, Кипра, Гватемалы и Вьетнама. Их резиденции в Кыргызстане не находятся, но это не значит, что дипломатические связи отсутствуют. Кыргызстан заинтересован в эффективной и плодотворной деятельности послов в Кыргызстане, направленной на укрепление отношений между народами, а также стимулирование ежегодного роста объемов товарооборота и экономического взаимодействия. Главным приоритетом Кыргызстана остается развитие равноправного, открытого и конструктивного партнерства со всеми странами мира. Уверен, что активная и целенаправленная работа глав дипмиссии будет способствовать дальнейшему укреплению
дружественных и партнерских отношений с Кыргызстаном, который выступает за развитие отношений на основе взаимоуважения интересов друг друга, отвечающих требованиям долгосрочного сотрудничества. Большой интерес к Кыргызстану у Молдавии. Между странами поддерживается постоянный политический диалог на разных уровнях. Проводятся встречи на многосторонних площадках. Совершенствуется двухсторонняя договорно-правовая база. Отношения есть большой потенциал для того, чтобы развивать, прежде всего, торгово-экономические отношения. Ситуация в нашем регионе непростая, но это создает в то же самое время возможности для новых торговых путей. Кыргызстан очень важная страна в центральноазиатском регионе, которая предоставляет очень большие преимущества для того, чтобы такая страна, как Молдова, использовала географическое положение Кыргызстана для покорения новых торговых областей в Южно-Восточной Азии, в странах Персидского залива. Посольства Черногории на территории Кыргызстана нет, но это не означает, что сотрудничество отсутствует. Посол заверяет, между странами много общего, и мы должны использовать этот факт. Существуют инициативы о сотрудничестве в финансах, экономии, культуре, науке, образованию, тоже туристике, здоровью. И хотел бы сказать, что мы маленькая страна, но в рамках ООН мы разом, как и Кыргызстан, в этих маленьких странах, и между нами есть много таких общих интересов. И мы можем найти специально, и Черногория есть, как и Кыргызстан, страна с много гор, и наши интересы с вашим инициативом ООН о устойчивом развитии в горах мы очень поддерживаем. Встреча и беседа со всеми послами прошла в доверительной атмосфере. Глава государства выразил готовность активизировать сотрудничество со странами, которые они представляют, по всем направлениям, представляющим взаимный интерес в рамках двустороннего формата и международных организаций. Президент отметил важность развития межгосударственных взаимоотношений в сфере политики, культуры, товарооборота, а также привлечения инвесторов. Екатерина Токамбаева, Нурдан Кырбеков, «Пирамида».